В День еврейской культуры в Турции открыли самую большую действующую синагогу Стамбула, культурный центр Неве Шалом и музей фонда турецких евреев. В рамках мероприятия, которое проводится с 2001 года, можно было познакомиться с музыкой, языком, кино, кухней и еврейской культурой в целом. В то же время в Марокко в кампусе Политехнического университета состоялось открытие мечети и синагоги, имеющих одну общую стену, как символ религиозного единства. Реализаторами проекта стали Ассоциация Мемуна и Американская сефардская федерация, занимающаяся развитием и сохранением еврейской культуры на Ближнем Востоке.